осень, грачи улетели, лес обнажился, поля пустели, урожай собран, немножко грустно по ушедшему лету, но вдохновенно крутим сигары. В первых двух частях крутил их вручную, а сейчас я расскажу вам о замечательном станке чудесного человека и большого мастера с золотыми руками, светлой головой, об станке Игоря Огуреева из города Тольятти для скрутки сигар и сигарил. Вот методом тыка, например, сегодня я пришел к вот такому размеру сигар. Вот эти сигарки скручены на станке Игоря. Вот. Крутят хорошо, замечательно, вот. Очень ровно. Мы оставим за кадром рассуждение о том, как крутить сигары руками или с помощью всевозможных приспособлений. Я пробовал и так, мне так нравится, но станком быстрее, делает аккуратно, очень быстро перенастраивается. Вот он такой, по существу, планшет с ездящей планкой. Станок работает как часы. Но его для начала, так как станок новый, наклепа еще не произошло на направляющих. Вот. Чтобы он на самом деле работал как часы, нужно смазать обычное машинное масло. Он для велосипеда. Вот чудесный станочек. Основа фанерная, по которой раскатывается со ступенечкой. Скользящая планка. Углубление. Замечательный материал. Хорошо скользящий. Гибкий, облегающий, в меру жесткий. Оксфорд. Вот. Производство Ивановской текстильной фабрики. Сейчас мы с вами его настроим на определенную толщину, на толщину вот таких вот моих сигарок. Я дома курю трубку, а вот на бегу, на улице, там на работе сигары такие небольшие оказываются в жил. Итак, подгоняем укладываем вот в эту ложбиночку мои сигары как образец по диаметру, очень быстро настраивается. Вот эту прижимную планочку отводим, откручиваем барашек и доводим вот до середины. Здесь начинает уже утрамбовывать, зажимать, и с помощью вот этой оси наворачиваем, фиксируем, вот, и страхуем, сам страхуй, страху я и слышу. Вот. Страхуем этой прижимной планкой. За один проход две сигары. К такой технологии я пришел. Удобно и сердито. База 200 миллиметров. И я со 115 миллиметров одной сигарки понизил ее до 100. Удобно. И в портсигар длинный влезает два. Можно перекурить на бегу. И я за один проход делаю одну такую длинную колбаску. Одну длинную сигару. Потом ее режу посередине и второй раз оборачиваю уже разделенные. Это потребовало некоторых
приспособов подготовительных работ, чтобы сразу, например, вот я сейчас могу укатать сразу 20. Так, это у меня из Гавана Голд оболочки заготовлены. То есть я уже все приготовил. И вот 10 длинных наборов из различных сортов. Здесь в каждой Virginia Gold, Berle Gold, Трапезон 92, Тернопольский, Спектр и юбилейный новый 142. Вот у меня как бы с последней ломки их листы я оставил. Вот. И как раз подфартило Игорь Огуреев мне станок на пробу прислал. Итак, сразу моя же камедь годовалой давности из вишни и смолы, из вишневой и сливовой смолы. И этот кончик промазываем. Берем заготовку и складываем ее гармошкой. Вот, заводим краешек, утапливаем. Следующие прокаты я это покрупнее покажу, другой ракурс сменим, чтобы было виднее. И вот кто-то резонно заметил, что на себя прокатывать удобней. Пожалуй, я пробую и так, и так. Зато растяжка, гимнастика пальцев для гитариста. Привычные упражнения. Вот. Вот как чудесно получилось. Беру и укладываю очень рентабельно. Тем трубкам, которые были, от ремонта остались. Я купил 2 метра полипропиленовые трубы за 80 рублей, нарезал их длиной по 120, ну это 200. Это на скотче длинные, а эти на шланговые. Вот все, на 2 часа отлеживаться. Давайте попробуем на встречку сделаем. Удобно Игорь сделал, то есть до середины прогона он как бы наворачивает, а потом обжимает. Чуть суховат лист. Вот по сравнению с руками, к подготовке такая станочком оборотка более требовательная, чтобы к кондициям листа и вот к таким заготовкам, ну, чтобы быстро на поток поставить. Вот посередине еще промазываю его, чтобы потом, когда разрежу посередине надвое. Вот гармошкой сложил, уложил, утопил нашу сигарку и пошел укатывать на себя. Да, вообще на себя поудобнее. Оп, и выкатилось. А за ней пирожок. Ну-ка съешь меня, дружок, в нашем варианте выкурит. Кто-то скажет по колхозному, но рентабельность превыше всего. Этот станок очень хорошо, чтобы попробовать крутить сигары разного диаметра. Полностью перешел на свой табак, даже без гильз, потому что с определенного времени
как начал крутить сигары и их курить, я даже гильзы табачные, набитые, сигаретные, набитые своим табаком, уже в лом курить не воспринимаю. И поэтому сигары вкус другой совершенно, не хочется курить бумагу. И на этот счет такие сигарки очень даже ничего, как замена. У них и протяг хорошего, и внешний вид вполне приличный. Еще немножко они у меня в таком самопальном хюмидоре потомятся, и все будет прекрасно. Строго не судите, я эту технологию вот только-только опробовал, еще автоматизма нет, а вот когда это дело на поток поставить его автоматически, просто летать будет. Чудесно, скорострельность прекрасная. Посмотрите, какая. Ножки, все просто, но в то же время элегантно. Вот стопор оси, вертушок, который... Ось, которая наворачивает излишки ткани, когда пригоняешь по диаметру. Самый, так сказать, узел точный и сложный. Это вот эта каретка. Тоже замечательно сварена. Так, снова на себя. Камедь замечательно удаляется просто влажной тряпкой с Оксфорда. Много я у Агуреева посмотрел. Человек нестандартных решений. Ну, не было у него камеди. Взял, сварил рисовый отвар, клейстер тот же самый. Смотришь и думаешь, почему в голову не пришло. Ведь на самом деле, там, 30 лет назад замечательно клеили обои картофельным, рисовым клейстером. Мне жена говорит, что у нас все в моем табаке. В табаке, в табаке. В табаке я не буду скрывать, но зато я немного умею гадать по руке и умею часами лежать и не спать. Будем наворачивать вторую оболочку спустя там 2-3, кто-то час держит, да, ну как получится, схватится, вот, то уберем все огрехи натяжения внешнего вида, обрежем все излишки. То, что не жестко, не плотно, это даже хорошо. Подожмет верхним слоем, зато протяг будет обеспечен. То, что пережимать не надо, перекатывать. Я еще в прошлом году понял. 10 штук скатали, не худо и поухаживать. А еще хочу отметить, что сигара укрепляет семью. Ну представьте, вот вы сидите на кухне, курите, жена заглядывает, так бы сказал, опять куришь, проветри. Кругом дымина, вот, а тут вы сидите такой яркий,
сидит человек, курит сигару, свернутую своими руками, с помощью такого замечательного станка, и из своего табака, тоже выращенного своими руками. А на улице, представляете, вы идете по улице, и вдруг случайно с сигарой, курите сигару, случайно встречаете жену, и так смотрите на нее, опешив, и этим великим жестом испанского идальго почти полную сигару берете и бросаете в сторону. И кричите: «Милая, как ты сегодня восхитительно выглядишь!» Все в шоке, она в восторге. Жена, конечно, скажет, что только сегодня его, но запомнит вас. Смею вас уверить, запомнит вас. И ваш жест, и ваш восторг. Человек с сигарой — это не просто так. Мы еще свою гранд-корону скрутим с таким-то станком и с таким-то табаком. Даже такой неаккуратный человек, как я, с его помощью сворачиваю очень нормально курящийся и внешне вполне эстетичные сигары из своего табака. Мы еще отладим технологию самые разные и мелких сигарилок, и крупных сигар. Крупновато взял его. Смотрел я доминиканские и кубинские ролики, но там, конечно, с тем опытом эти самые мулатки крутят не на бедрах, конечно, ручками. Вот. Но стоит обратить внимание, что одним движением они прихватывают ровно столько, сколько им нужно на сигару. Как там? Следите за рукой, Сеня. Итак, положенное время прошло, и даже немного больше, но не беда. Снова начинаем с протирки направляющих. Здесь я уже нарезал и увлажнил вторую оболочку, которая тоже вырезана из листа Гавана Голд. Вторая короткая оболочка наших сигар пойдет куда легче. Достал, одна оболочка. Мексика. Нравится? Нет, вообще нейтральный запах какой-то. Ну, хорошо там. Как вишни раньше пахло. Сейчас там к вишне добавлялось слива. Сухое вино, слива, коньяк, водка. Все, что оставалось. Что-то я вот на тебя засмотрелся и лоханулся. На бедра будем крутить. Ты тренировалась? На обнаженных бедрах мулаток. Чем ты хуже мулаток? У женщин столько частей тела, которыми можно закрутить сигару. Просто где удаешься? Ну не надо столько клея. Ну, как бы, наверное... А он только по краям. И то я его срезаю, чтобы... Потому что... Вот. А потом еще что ли слой? Нет, все, это уже второе. Она у меня отстаивалась, вылеживалась. Тихий семейный вечер за изделкой сигар. А за бутылкой особой. И плюнув в потолок икрой, назвал он Ленского. Ну ладно.
А Ольгу? В туза из пистолета бил и как верблюд в пустыне пил. Еще сигары курил. Я поторопился. Не повторился. Сбрасывай туда. Говори, что у тебя безотходное производство. Безотходное, я еще не дотянулся, просто на тебя засмотрел. Уход на изготовление одной сигары. О, давай. Без хронометража. Не надо нас. Пугать цифрами. Нас ввергать в пучину, в злобную пучину массового производства. Как это сказать? Сигары минуты. Не стреляйте в сигары дело, он и так всего боится сам. Вот как-то, куда она скатывается-то? Надо там поставить какой-нибудь этот желобок. Ну, устойчивый. Конечно, там резиновые ножки. Все. Вот, спасибо Агурееву. Даже это предусмотрел. Ножки резиновые, плотные, устойчивые. По столу не елозят. И будет нам трубоководом счастье на все времена. Я умею по кухне бесцельно слоняться в трусах, или гладить кота, или просто уйти на балкон. Я умею молчать и совсем ничего не сказать. Хорошо, что у нас все пропахло моим табаком. Я умею молчать и совсем ничего не сказать. Хорошо, что у нас все пропахло моим. Своему труду. О, какая аккуратненькая получилась. Я доволен. Но вы можете четко видеть, что время изготовления сигар, закрутки можно сокращать и сокращать совершенно безболезненно. Более тщательно подходить к подготовке материалов и начинки, и обертки, ну и вот поставить это на потогло. То есть можно довести до разумного автоматизма. Кто-то меня осудит, значит, уходит романтика кручения сигар. Но, я говорю, у меня стоит совершенно, так сказать, практическая задача. Отказаться от сигарет, от бумажных, от набивки и перейти на сигары и сигарилы. 2,5 часа, 1,5 часа утром и 1 час вечером. Вот 2,5 часа. Но это время можно сократить как минимум вдвое. Потому что надо отметить, что все-таки я гораздо дольше выставлял камеру, смотрел в кадре, я или нет, контролировал процесс съемки. Это, честно говоря, весьма муторно и нелегко. И нам, собратья, табаководы, трубокуры и сигароделы, все по плечу. Все у нас получится. И будет нам, и улыбнется нам табачные ангелы.
вынырнувшие из розовых кувшинок табачных цветков. Во!